Так, герой Алинов. Чё у меня тут? 37 заход. Не то, что у Винчи 50 заход. Так, этот район отстроил. Ну и ладно, тогда надо идти сюда. Минус район. Надо устроить 11. Так, также все есть. Хорошо. Нападаем. Смысла уже больше крутиться нет, очков не дают. Криптопознание тут говорят. Падшие говорят о большом обелиске, способном вырвать из человека жизнь. Но меня больше заинтересовало другое. Верховные жрецы называют его криптопознанием. Она может нести разрушительную силу, но если в ней есть информация о наших врагах, это станет куда более грозным оружием. Крипта познаний находится недалеко от трона богини Штормов. Ее точное назначение неизвестно. Но падшие говорят, что она очень хорошо охраняется. Так, ну топ заданий нет. Все понятно.
Я не вполне разобрался в ее устройстве, но понял, как можно использовать крипту, чтобы контролировать находящиеся поблизости войска Квотлов.
Thank you.
еще один из богов повержен. Скоро мы одержим полную победу, и сам бог смерти тоже не устоит. Мы захватили столицу Шок, богиня Бури. Потеря этой крепости Котлов должна была ослабить бога смерти. Война против богов Котлов удушевила других на сопротивление их власти. Зачастую помощь приходит в виде продовольствия, крова или крупиц ресурсов. Эта помощь позволила нам увеличить максимальную численность войска. Круто. Так, докачать какого-то алинского героя, я думаю. Что-то пока сюда неохота вкачивать. Вот так вот. Так. Чтобы у него вихрь был мощный. Вот так хотя бы. Четвертый уровень. Ну-ка. Ладно, нормально. Потом еще сюда нужно будет кинуть. Ну, вкачивать города я тоже смысла не вижу сейчас. Эти вкачанные. Так, тут подкрепления помогут. Здесь подкрепления с одной территории только будут. Если сюда идти сначала. Ну, а здесь двух территорий, я не помню, здесь дается подкрепление или нет в конце финальной битвы. Лунные шрамы вроде как просто карта. Долину дождей. Просто против цена. Ни хрена себе. Не-не-не. Как так? Два города отмщения. Вот это жесть. Ну, допустим. Допустим. Thank you.
вот так уже более реально. Ё-моё, хорошо, что эта штука срабатывает. Ну, допустим, так еще круче будет. Это мне прям нравится уже.
Чисто в теории, если бы он не нападал вторым городом вместе, то можно было бы второй город вместе забрать. Только это надо смотреть, сколько восстановления способности. Но она крутая, помогает очень. Ну, по крайней мере, блин, сколько я играл, не замечал, что был сценарий какой-то, где этот город вместе есть. Но здесь прям так порадовало.
светлые оказались слабым противником. Мы победили! Ну вот и отлично. Так, а это потом. Хотя там всего лишь 6 очков будет.